Сегодня в выпуске: вакцинация котенка, когда и что необходимо, как в приюте оказалась маленькая и симпатичная кошечка. Котята, как, впрочем, и взрослые животные, склонны болеть, но у малышей иммунитет гораздо слабее, поэтому в приюте очень редко выживают совсем крошечные котята, потому что поступают с различного рода инфекциями. В живом котенке, выкинутом в мусорку, могут завестись даже червяки. Это очень неприятный факт, но тем не менее, те, кто бесконтрольно размножает и потом выкидывает кошачьих детей, об этом никогда не задумываются. Ее нашли возле приюта, подкинута была к приюту, но не прям, то есть, что, например, здравствуйте, мы вам сейчас кошку подкинем. То есть ее просто оставили, и она буквально была спасена из зубов собаки. То есть дежурный шел на работу, увидел коробку, то есть, которая уже была, в принципе, покусана собаками. Ну, как бы думали, что, скорее всего, там уже никого нету. Безымянной героине всего 3 месяца. Когда она поступила в ласку, это был шипящий, запуганный шерстяной комочек. Но девочка быстро освоилась на новом месте и теперь чувствует себя вполне комфортно. Кстати, всех животных прививают сразу после поступления в приют, кроме тех, кто болеет. Это необходимо, чтобы не возникла эпидемии какой-либо опасной инфекции, а их у животных достаточно. А в целом кошек стоит прививать очень маленькими. Котята прививаются с 8-недельного возраста. Котятки прививаются двукратно с интервалом 3-4 недели. И затем у них вакцинация идет ежегодная. Котятки прививаются от таких заболеваний, как ринотрахеит, кальцивероз и панликопения. И также бешенство прививается. Если вы думаете, что ваш кот квартирный, на улицу не ходит и заболеть не может, это большая ошибка. Вы приносите на своей одежде и обуви достаточное количество опасных для питомца микробов. А если кот на самовыгуле или вы возите его на дачу, вакцинация и дегельминтизация обязательны. У вакцинации есть ряд правил. За 10-12 дней до прививки кошка должна быть дегельминтизирована и обработана от блох и клещей. Нужно завести ветпаспорт и соблюдать график прививок. Животные на лечении вакцинировать нельзя, как и беременных кошек. Нужно понимать, что прививки могут дать осложнения, поэтому в первые дни нужно следить за состоянием питомца. Кормление должно быть диетическим. В случае вялости животного нужно показаться врачу. Но осложнения не так страшны, как сами болезни, которые могут унести жизнь вашего пушистого друга. Например, такие как панликопения. Панликопения кошек – заболевание, которое очень часто называют чумой кошек. Заболевание очень опасное, очень быстро протекающее, практически всегда с летальным исходом. Животное начинает, чаще всего это кишечная форма начинается, форма кишечная. Это рвота, понос, понос с кровью. Животное очень быстро слабеет и очень часто терапия не помогает. Помимо обязательных прививок, можно сделать дополнительную от хламидиоза, который провоцирует конъюнктивит. 21 день после любой вакцины котенок должен находиться на карантине. Его нельзя выпускать из дома, перевозить на общественном транспорте и не знакомить с другими котами. Нашу героиню знакомить можно, она привита и обработана от всех паразитов. Ей нужен такой прям хороший уход за шерстью, потому что она довольно-таки пушистая, лохматая, может, чтобы не скатывалась. Она еще совсем ребенок, совсем малышка, она как бы дает и для квартиры, и для дома. То есть, в принципе, кошка вполне контактная, ласковая, легко привыкает к новой обстановке. Кошечка очень изящная и невероятно миловидная. Наверняка понравится семье с детьми или просто любителям милоты и нежности. А эта девочка готова дарить ее тоннами, но только взаимно. Может, это именно ваш вариант? По крышам он не ходит, не ловит он мышей. Никудышный, без потому что лишний. Рыжий, рыжий кот, на диете круглый год. Колбаса, сырок, обеды, а потом еще компот. В следующем выпуске: первые шаги в дрессировке щенка. Что нужно знать, виды дрессировки и каким они собакам подойдут. Новый приютский герой.